Ребят, всем привет! Сегодня проведем интересную распаковку. Это полевая сумка медика российской армии. Не подстава, все как есть, все по-честному. Она отжата у медика в Броварском районе, которые к нам пришли. Броварской район Киевской области. И вот давайте посмотрим, что это такое и что в нем есть. Чем лечат вторую армию мира. Сумка огонь. Понятно, из каких это еще времен. Вот фамилия медика. Так, сейчас... Здесь был список. Давайте список посмотрим. Итак, бинт. Бинт такой. Жгут. Жгут с еще советских времен. Все сейчас покажу. Ножницы неинтересно. Медицинская косынка. Это косынка для перевязки конечностей и фиксирования поломанных рук-ног. Ерундень. Так, смотрим дальше. Трубка дыхательная. Ключ башенный. Окей. Раствор бриллиантово-зеленый, зеленка, валерьянка, 200 мл, нифига себе. Самое главное, что есть лапирамид, это от срачки, потому что им здесь было очень-очень страшно. Естественно, блокнот и перекись водорода. А давайте посмотрим теперь на бинты. Это прям очень бомбический материал. Сейчас посмотрите. Ну, во-первых, жгут. Понятно, это жгут еще выпущенный, наверное, при Брежневе. Что такое турникет, явно орки и медики Второй армии мира еще не слышали. Но это, сука, это просто полный атас. Это перевязочный материал. Бляха-муха. Срок годности 5 лет, 96-й год. Смотрите. Этот еще окей.